Всем привет! С вами программа «Читаем книги» и самые интересные обзоры. Сегодняшнюю подборку мы начнем с книги «Визави французского агента» Надежды Днепровской. Все любят истории про приключения и тайны. И все это всегда можно найти в книгах о шпионах. «Визави французского агента» – это история, использующая реальные факты и материалы, неизвестные широкой публике. Подготовка тайных агентов во Франции с последующей работой в различных странах. Мусульманские обычаи, верховая езда в СССР, пребывание советских специалистов в Монголии. Все эти и другие приключения случаются с героями на фоне, конечно, любви и романов. «Джентльмены и игроки» Джоан Харрис – это классическая история социальной сегрегации. Действия книги разворачиваются в привилегированной школе, которая всегда славилась безупречным порядком и исключительным благонравием. Однако внезапно в школе начинают происходить очень странные события. Маленькие с виду шалости начинают медленно перерастать в очень серьезные преступления. Ощущение, будто кто-то пытается разрушить школу изнутри. Может, кто-то решил отомстить за унижения, которые так часто встречаются в закрытых сообществах. Любителям фэнтези и паранормальных явлений точно понравится книга Уильяма Риттера «Джекоби». Юная главная героиня устраивается ассистенткой к очень странному исследователю необъяснимых явлений по фамилии Джекоби. У ее нового шефа не просто любовь к тайнам, но и необычный дар. Он видит фантастических существ, которые скрываются под маской обычных людей и живут нормальной жизнью. Книга начинается с серии загадочных убийств, которые местная полиция приписывает серийному маньяку. Но главный герой знает, что убивает вовсе не человек. С вами была Тами Нетами. До следующих книг!